Утренний эфир на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24» продолжает программа «Зона Х». Я Юрий Шевчук. Здравствуйте. Дилер, продавший смертельную дозу наркозависимому, установлен и задержан. Еще летом на лестничной площадке многоквартирного дома в столице был обнаружен труп 35-летнего мужчины. По заключению экспертизы, смерть наступила от острого отравления метадоном. Оперативники Минского наркоконтроля восстановили всю цепочку произошедших событий. Милиционеры выяснили, что к сбыту метадона, потерпевшему, от которого последний умер, причастен ранее арестованный за незаконный оборот наркотиков 43-летний иностранец. Дилера в начале августа с поличным задержали в Бресте, где оперативники совместно с кинологом ГУВД со служебной собакой обнаружили и изъяли свыше 615 граммов метадона и почти 265 граммов героина. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств, повлекший смерть человека. Санкция. Статьи предусматривает максимальную меру ответственности по наркостатье до 25 лет лишения свободы. Продолжит выпуск обзор криминальных и чрезвычайных происшествий. Его подготовил Владимир Королев. Три автомобиля сгорели минувшим вечером в Гродно. На этих кадрах огнем охвачены два «Фольксвагена» и «Лада». К моменту приезда спасателей машины выгорели практически полностью. Со слов очевидцев, сперва загорелся один автомобиль, потом пламя перекинулось на соседние. Причину происшествия и сумму ущерба только предстоит установить специалистам. Здесь сидела мать, ну, когда водка закончилась, я у нее попросил деньги. Ну, она сказала, ну, пока не дам. Завершено расследование по делу об убийстве, совершенное с особой жестокостью. Трагедия разыгралась летом в Пинске. Получив пенсию, женщина дала 50 рублей своему сыну, который почти сразу пропил деньги. Вскоре 34-летний мужчина стал требовать еще, но, получив отказ, впал в ярость и на глазах сожительницы до смерти избил мать. Он нанес потерпевшей не менее 21 удара по жизненно важным органам. Когда женщина замолчала, сын принялся искать деньги. И найдя небольшую сумму, он передал деньги сожительнице, чтобы та купила алкоголь, а сам лег спать. Проснувшись, мужчина обнаружил свою мать без признаков жизни. Он сказал сожительнице стереть с ее лица кровь и вызвать скорую медицинскую помощь. Позже медикам он сообщил, что женщина могла получить телесные повреждения по дороге домой, а между тем интересовался, как получить пособие на ее погребение. Травмы указывали на криминальный характер смерти. Мужчину задержали, подозреваемому предъявлены обвинения за разбой и убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем. Лось стал причиной аварии в пригороде столицы. На Гродненской трассе водитель «Фольксвагена» не смог остановить авто перед выбежавшим животным. Машина выехала на встречную, где опрокинулась и съехала в кювет. Пострадавшего водителя увезла скорая. В Могилеве спасли рыбака. Минувшим днем мужчина рыбачил на Днепре в 30 метрах от берега, когда под ним треснул лед. Тонущего человека без жилета и средств спасения заметили коллеги по ремеслу и позвонили в службу 101. До приезда 54-летнего мужчину вытащили другие рыбаки. Спасатели перевезли его на берег и передали медикам. Это был проект «Зона Х». Наши новости есть на YouTube-канале проекта и в Instagram. Хорошего дня и оставайтесь на светлой стороне. А про темную и новости из мира криминала мы расскажем в нашей итоговой программе.